Вы когда-нибудь заглядывали в свое мусорное ведро? А ведь это очень полезно и для нас, и окружающего мира. Ревизия мусорного пакета позволит сделать две вещи. Во-первых, вы сможете понять, сколько вы могли сэкономить, если бы не купили что-то лишнее. Ну, например, пачку молока, которая прокисла в холодильнике, или яблоко, которое вы не доели. Во-вторых, в мусорном пакете можно обнаружить отходы, которым можно было бы дать вторую жизнь. Зачем, спросите вы? Ну, для того, чтобы сокращать мусорные полигоны в стране. Каждый год жители Казахстана оставляют после себя 5 миллионов тонн отходов. И это только официальные данные. На несанкционированных мусорках тонны никто не считал. Так вот, уже сейчас нужно не позволять мусорным полигонам разрастаться и захватывать новые территории. О том, как это сделать, мы и поговорим. Мусор надо относиться так, чтобы тебе потом он был вкусным. Заходя в магазин, нужно четко понимать, что если я покупаю банан, то я беру его без лишней пленки. У нас государство не развивает инфраструктуру для сортировки. Каждая вещь – это не только выброшенные ваши деньги, это ресурсы планеты. Хотя бы начать экономить количество полиэтиленовых пакетов. Должны сделать и решить вопрос по уменьшению захоронения. Это вот у нас самая болезнь – это строительные отходы. Приносить отходы не на мусорку, а на дармарку, призывают экоактивисты жители Шымкента. Дармарка – это не про дешевые покупки, а про то, как дать вторую жизнь вещам, которые стали не нужны. Важно, говорят, мусор мусором не называть, ведь это отходы или вторсырье, которое можно переработать. Почти 60% содержимого нашего мусорного ведра можно пустить в дело. Каждая вторая вещь буквально в течение года оказывается на помойке. Это не дело. Это не дело, потому что каждая вещь – это не только выброшенные ваши деньги, это ресурсы планеты. Вещей очень много, вещами мы часто пользуемся недолго, и основная цель – учить осознанному потреблению людей, чтобы мы могли не только покупать красивые вещи, но и пользоваться ими как можно дольше. На шымкентскую дармарку горожане несли обувь, одежду, книги, игрушки. Важным условием было их хорошее состояние. Ольга Крайчак домашние отходы превращает в удобрения в компостной яме. Собирает пакеты с баклажками для переработки. Теперь вот решила поделиться и вещами, которые стали малы всей семье. Привезли детские вещи, куртки, которые моя дочь не успела поносить и выросла. Поэтому я думаю, они еще кому-то послужат. А уезжаю я с охапкой книг. Вообще, я бы забрала, наверное, все, что лежит на столе, но надо иметь совесть. И думаю, что прочитаю их до следующей дармарки и верну. Проблема с раздельным сбором вторсырья в Шымкенте буквально кричит о себе, говорят экоактивисты. Они мечтают открыть по всему городу пункты приема отходов, куда бы горожане привозили макулатуру, алюминиевые банки, стекло и пластик. Правда, пока все силы брошены на образовательную миссию. Мол, нужно людям объяснять, почему важно весь мусор в кучу не бросать. И начинать надо с детей. В Шымкентском центре развития детей стараются разделять весь мусор. Недоеденную еду собирают для фермеров, бумагу для макулатуры, а это емкость для крышек от напитков. Их дети приносят даже из дома. Наши детки знают, что мы принимаем участие в акции «Крышечки дарят жизнь». Наши детки каждый день с собой приносят крышечки. Мы их собираем все вместе и в дальнейшем эти крышечки передаем, чтобы спасти чью-то детскую жизнь. Также мы учим своих детей правильно разделять мусор, отходы. Акции по сбору крышек от пластиковых бутылок охвачены сотни учреждений Шымкента. Кафе, салоны красоты, заправки, школы, детские сады – все собирают крышки. Правда, у этой акции несколько иная подоплека. Шымкентцы это делают ради спасения жизни детей. Экологическая миссия скорее на заднем плане. Крышечки дарят жизнь. Эти крышечки перерабатываются. Мы собираем, сдаем в определенную компанию по переработке пластика. Они за это нам как бы денежку дают за вырученные килограммы. И эти же деньги мы отправляем на счет онкобольного ребенка.
Таким способом шымкентцы помогают закрывать сборы на дорогостоящие операции. Правда, от проблем с отходами город это не избавит. Экоактивисты все время в поиске решений. Владислав Галярко в этом году в небольшом городке Аксу Сайрамского района открыл магазин, продукты в котором можно было покупать за отходы. За килограмм алюминиевых банок здесь можно было получить килограмм лука, а килограмм пластиковых бутылок обменять на килограмм картошки. За килограмм макулатуры жители получали 3 рулона туалетной бумаги, а если собрать еще 2, то получить можно было килограмм помидоров. За килограммы вторсырья в магазине можно было взять на прокат любой инструмент садовода. У нас есть заводы-партнеры по всем видам отходов. Расположены они в индустриальной зоне города Шымкента. Есть заводы, которые в Кентау, в Алмате. Со всеми у нас договора. Отсюда из киоска все, что собирается, отправляем в цех, досортировываем, спрессовываем и отправляем уже на заводы большими объемами. Ежедневно в этот магазин приходили горожане с мешками вторсырья. В день экоактивисты принимали около 40 килограммов и за несколько месяцев работы собрали почти 9 тонн отходов. Сейчас проект стоит. Ребята собираются его возродить в марте 2024 года. Такое отношение ко вторсырью легче воспитывается в небольших коллективах и пространствах. Некоторые маленькие города Казахстана, как, например, Атбасар в Акмолинской области, неплохо наладил инфраструктуру для раздельного сбора мусора. В крупных городах сделать это крайне сложно. У нас очень сильно хромает инфраструктура, логистика. У нас есть требования экологического кодекса, есть требования отдельно к раздельному сбору отходов, которые вот вступили в силу 2 декабря 2021 года. И на основании этих требований местные исполнительные органы должны обеспечить контейнерные площадки специализированными контейнерами, которые должны оснащаться наклейками, где собирается сухая и мокрая фракция. Во многих городах даже в целом контейнерные площадки очень сильно страдают. В мегаполисах раздельный сбор мусора приживается только точечно, говорят экоактивисты. В Алматы, например, несколько лет работает экостанция. Такая же есть в Атырау. Ее принцип в том, что жители ближайших жилых комплексов приносят сюда пакеты с мусором. Могут просто оставить оператору, а могут сами разложить, бонусы получить, а потом их поменять на книги или полезные товары. Все это организовала производственная компания, чтобы себе сырье для цехов находить и жителей стимулировать быть внимательными к мусору. Люди начинают ориентироваться, какой тип отходов, какая маркировка, что в целом они покупают. И они уже начинают понимать, стоит ли это брать или не брать. Ну, например, вот на экостанции ранее принимали мягкий полипропилен, пятерку. Это упаковки от пищевых конфет, от шоколадок. Сейчас, к сожалению, его не принимают по определенным причинам для компании. Компания занимается как сбором, так и переработкой некоторых видов отходов. Похожий инструмент по вторичному сбору пытались испробовать в Шымкенте. Компания Данияра Азимбаева в начале этого года решилась на смелый для Шымкента эксперимент. В густонаселенных дворах микрорайона Нурсад они сделали 16 площадок и установили контейнеры для раздельного сбора мусора у населения. С жильцов деньги за мусор не брали, да еще и специальный человек для каждого проводил мусорный ликбез, рассказывал о том, как отходы собирать. От жителей мы получили большой отклик, так как, ну, в первую очередь, соответственно, мы не получали, не взимали с них плату за вывоз твердобытовых отходов, а пытались сортировать и получить выгоду именно со сдачи вторсырья. А вторсырье, хочу отметить, мы сдавали исключительно только местным производителям. Мы старались пресечь отток вторсырья в соседние страны. У нас государство не развивает инфраструктуру для сортировки. На мой взгляд, со стороны государства и внутренней политики не проводятся должные работы по агитационным моментам, по идеологическим моментам. За пару месяцев жителям микрорайона удалось приучить раскладывать отходы по разным пакетам, а потом еще и по контейнерам. Правда, в апреле проект пришлось свернуть. Первое решение новоизбранных депутатов городского маслихата, говорит предприниматель, буквально похоронило идею о внедрении раздельного сбора мусора. Сразу после выборов они единогласно проголосовали за поднятие тарифов на захоронение, ТБО и вывоз. Это финансово очень ударило по проекту, ведь работать себе в убыток бизнесмен не мог. За захоронение подняли более чем в 2 раза. И когда мы за мусоровозы, допустим, за один мусоровоз платили порядка 10-11 тысяч за вывоз, то есть за захоронение, когда мы заезжали на городской полигон, соответственно, цена выросла до 27 тысяч тенге. Нам необходимо было, чтобы преодолеть
ноль. То есть точка безубыточности – это 150 килограммов с одной сортировочной площадки вторсырья. Но после поднятия тарифов это уже выросла цифра до 350. Соответственно, каждая сортировочная площадка не давала такой объем и стало тяжеловато. А сколько давала площадка? 220 примерно. Головной болью для экоактивистов остается сбор опасных отходов. В городах почти нет пунктов приема для негодных принтеров, мониторов, мобильных телефонов, ламп, ртутных градусников и даже просроченных лекарств. Все это оказывается в обычных контейнерах, а потом в земле на полигонах. Все это экологисты называют едва ли не катастрофой. С электронным оборудованием, с ртутьсодержащими отходами это очень сложно происходит. Многие жители даже не задумываются о правилах утилизации этих видов отходов, и они это все отправляют в общий контейнер с ТБО. Это очень опасно. Во-первых, это опасно для тех людей, которые забирают эти же самые отходы, для людей, которые сортируют это потом. Если хотя бы, не знаю, контейнерные площадки будут оснащены специализированными боксами для сбора именно электронных отходов, потому что те же самые шнуры, мышки, наушники. Многим не хочется ездить в другой конец города, чтобы это сдавать, или искать пункт приема. То есть если бы это было все в доступе, то есть, соответственно, сортировка, раздельный сбор, он был бы гораздо выше. Раздельный сбор мусора ситуацию с отходами и мусорными полигонами вряд ли сильно исправит, считает Егор Зингер. Он уже 25 лет строит в стране мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы и предприятия по переработке вторсырья. К примеру, его Алматинский перерабатывал 450 тысяч тонн отходов, пока решением Акима не забрали полигон, а это привело к потере сырья. В завод в столице господин Зингер вообще вложил 36 миллионов евро, но потом неожиданно его потерял. В 2016 году мне попросили передать этот завод. В 2015 началось это, в 2016 году я отдал в управление. Я должен был оставаться в 20%. А там, конечно, обещали другую работу, по-другому работать. Вот. И, в принципе, так они ничего не сделали. Хочу все-таки его вернуть. Вернув завод, предприниматель намерен его модернизировать, уменьшить площадь захоронения отходов и запустить кластерные производства. Говорит, что уже давно осознал, что с мусором разбираться нужно комплексно. В идеале в одних руках должны быть ресурсы тех, кто собирает мусор, привозит его на завод, сортирует, перерабатывает и захороняет. Тогда это дело позволит не только зарабатывать, но и улучшать экологическую обстановку. Тем более, что сейчас уже есть технологии, позволяющие перерабатывать даже органическое содержание мусора. Мы отделяли органику, это практически от 100% 49% органики у нас. Берем 50%. Угу. Утильная фракция, коммерческая составляющая, которая на сегодняшний день даже компенсацию не дали на сортировочных заводах, а дают компенсацию каким-то подвальным помещениям. Никаких субсидий по вторичному сырью никому давать не надо. Если ты даешь, тогда мусоросортировки ты дай, пожалуйста, на органику и на переработку хвостов. Судьба хвостов – это то, что сейчас крайне важно решить. Складировать их на полигонах, как делают сейчас, не очень хорошая идея, ведь они с легкостью воспламеняются. Рекультивировать свалку – дорогое удовольствие. Один квадратный метр стоит где-то 130 евро. Егор Зингер предлагает уменьшать хвосты за счет превращения их в брикеты, плотность которых почти 1400 килограмм на кубический метр. Если при захоронении обычного мусора 10 гектаров полигона хватит на 3-4 года, то утрамбованные в брикеты отходы увеличат жить полигона лет на 10-15. Акиматы и сам Министерство экологии должны понимать, что этим самым мы уменьшаем захоронение, уменьшаем затраты лишние на строительство новых полигонов. Мы уменьшаем за счет прессования, потому что в брикете не происходит анаэробных процессов и не происходит создания фильтратов на полигоне, из-за чего постоянно идут возгорания. И следующий момент – это уменьшение выбросов парниковых газов. То есть эти брикеты вообще не горят, ничего, то есть прессуются. Вот за это должны государства давать компенсации. А за утильную фракцию, о чем мы говорим, переработка пластмассы, пленки – это другие деньги, мы не должны давать. Мы должны сначала решить социально-экологический вопрос Республики Казахстан. Вот что мы должны сделать и решить вопрос по уменьшению захоронений.
Дискуссии об эффективности программы «Шоссе дому» идут на самом высоком уровне. В больших кабинетах спорят, каким должен быть тариф и кому выдавать господдержку. Во всем мире от всего тарифа 35% получают мусоровывозящие компании, а 55% достаются мусороперерабатывающим заводам. У нас же почти все забирают те, кто мусор только собирает и довозит до полигонов. Эту расстановку сил на мусорном рынке нужно менять, считают эксперты. Егор Зингер уверен, что мусор может быть вкусным и прибыльным делом, если больше строить не мусорные полигоны, а сортировочные и перерабатывающие заводы. И здесь должны помогать местные акиматы, ну или, по крайней мере, не мешать. В решение мусорного вопроса внести свою лепту могут и казахстанцы. Экоактивисты рекомендуют начинать с правильного похода в магазины. Во-первых, нужно отказаться от одноразовых пакетов на кассах и заменить их на шопперы или многоразовые. Во-вторых, нужно яблоки, бананы, колбасы, сыры покупать без лишней пленки и упаковки. В-третьих, нужно отказаться от белой подложки, в которую обычно упаковывают мясо или фрукты или другие продукты. Дело в том, что этот материал в Казахстане вообще не перерабатывается. Но и самое главное, покупать нужно ровно столько, сколько вы съедите, чтобы не выбрасывать в мусорку. Это и называется осознанное потребление. Марина Низовкина, Виталий Зайнтинов, Шымкент.